Вот сейчас прям последняя проблема касается куриных яиц. А вот я вам скажу, Максим, эту пословицу у нас записали. Производство вести это не мудяно трясти. А это такой новый парламентский язык, парламентское выражение. Ну а что, поговорили про рост цен на куриные яйца, поговорили про какие-то занятия с другими, так сказать, уже депутатскими подробностями. Ну а что в самом деле? Действительно, мудямишь трясти, это ж не парламентское заседание вести, в конце концов. Да ладно, давайте останемся немножко в этой теме, но уже в рамках импортозамещения. Тут неожиданно выяснилось, что на фоне всего другого, что в реальности дорожает, а в отчетах Минстата как бы нет. Выяснилось, что будут дорожать и средства контрацепции, непосредственно презервативы. В общем, есть подозрение, что вопрос демографии будет решаться скоро сам собой. И тут, как всегда, сумели поговорить не только про импортозамещение, но еще и возгордиться безмерно.